Будем считать, что в формуле, для определяющей ток смещения, частная производная от электрического смещения по времени, вектор индукции электрического поля и электрическое смещение зависит только от времени. И запишем здесь частную производную. Ток смещения равен полная производная по dt. В числителе стоит величина, которая означает изменение d. Это изменение электрического смещения. Рассмотрим процесс разрядки. Рассмотрим процесс разрядки конденсатора. Разрядки конденсатора. После окончания процесса зарядки здесь накопилось некоторое количество плюсов, здесь накопилось некоторое количество минусов. И теперь начинается разрядка. При этом у нас индукция электрического поля направлена туда же, куда была направлена и в случае зарядки. Здесь она была направлена от плюса к минусу, и здесь тоже направлена от плюса к минусу. Но здесь у нас плюсы увеличивались, то есть индукция здесь возрастала. А возрастание индукции автоматически означает, возрастание D означает, что изменение D или превращение D положительно. Если у нас в этом случае D было направлено вниз, у нас увеличивалось D, то здесь у нас D будет направлено вверх. И по формуле, которую мы написали, ток смещения равен, направлен туда же, куда и числитель. Вектор у нас здесь только в числителе, время dt в знаменателе, это скаляр. Получается, что здесь у нас, поскольку dt направлено против d у нас уменьшается. D уменьшается. Это значит, что dd направлено в сторону антипараллельно вектору d. И значит, ток смещения течет в том же направлении, что и dd. Ток смещения, плотность тока смещения, вектор плотности тока смещения направлен туда же, куда и изменение индукции. Ну и поскольку происходит разрядка, плюсы отсюда уходят, ток проводимости у нас тоже направлен в ту же сторону.